Всем огромный привет! Мы сегодня с вами просто прогуливаемся по Мегде, какие магазины открылись, где они расположены, все смотрим. Остановились мы в Бистройке. Смотрите, здесь у нас бодишоп, одежда для детей уже более старше, это Остин Кис, Орби, ну там для малявок не так много, как в той же Мазепе. Нежнее белье Близ и Ревгош. H&M занимает тоже большую территорию. Этот островок давно уже, подарки, оформления, шарики. Годы идут, а он не меняется. Главное, клево такое. Сейчас, получается, пройдем от Киркея до Уви. По шамбам заходить не будем. Островок все для маникюра. Наше золото и Фрэше. И Фрэше тоже переезжала, сейчас она здесь находится. Магазин 5 карманов, Синар, одежда качественная. Также есть такие вот обзорные столы, чтобы деткам не скучно было. Можно выбрать. Пайпетом, Гулливер и Манго. Отходим к Натуру Сибирика и Пальбекеру. Сладкая зона. Обувь, сумки, аксессуары. Здесь вы успеваете за тем, как я ложу телефон. Так, в ту сторону, куда сейчас смотрит мой телефон, мы идем в Ашан. H&M выход. NVIDIA там в ресту осталось. Опять сейчас будем проходить мимо вкусного бульвара, но по другой стороне. Пойдем от навязчивых, кто предлагает все время карточки. Вот, с другой стороны, вкусный бульвар. Кстати, на этой сцене включали хоккей, болели, болельщики тут собирались. Так иногда проходят разные праздники, какие-нибудь конкурсы, танцы, песни. В общем, весело, особенно по выходным. Тоже стенд информационный, чтобы не заблудиться. Еще больше была часть с вкусняшками, но пока убрали часть. Автобус неизменный, мотив, вон он, и видео, Сбер. Мак находится в этой части, то есть ориентир. Ну и видео, не знаю, что ориентир. Рядом Starbucks. Скоро откроется грузинские каникулы, ресторан. Пока закрыто. Beauty, тут корейская косметика, тоже не так давно открылась. Игры ваши. Кантата, чай, кофе. Все красиво оформлено. Тут телефончики продаются, иконика, обувь, сумки. И Вэллс, Коллинз. Коллинз у нас вот тут расположен. А по Шанте не будем заходить, а в Коллинз заходить? Не будем. Калзидония. Еще очень много нижнего белья, купальники уже сезон открыли. И опять Икея товар. Какие-то есть вопросы, задавайте.
кроме... Как вроде все магазины захватили, но только вот тот крыло с Ашаном. Там мелкие там очки, сумки, эти животных, там... Что-то там пиццу делают, роллы, вершка в этом крыле. Фредди Вариус вот он. Карла позвали, тоже перемещался, он не всегда здесь был. О, вот куда сумки переехали. Теперь они здесь. Чемодан надо? Лависа. Радио. Марк Антон. Один из наших любимых магазинов. Слева шикарный магазин на улице. Тоже уже летняя коллекция во всем. Так вот, прогуливаясь, дошли до Оби, Садовый рай. Тут Love Republic представлен. Вон Дверный. Спортмастер. И там Оби получаем. Мустанг. Сайоми там. Сайоми, да, это не, это же Сайоми. Сайоми. Хиоми некоторые называют. Наверное, давайте лучше вот сюда пойдем. Там. И Баскин Робинс, он жив, он есть. Вот он. Мустанг. Гармин часики. Слишком быстро разогналась. Пола напротив Рибака. Так вот правильно. Это кресло прикольное вообще. Оно набито чем-то плотно. То есть оно такое непробиваемое, но в то же время не плотное, не твердое, то есть просто плотно набитое. Розеточки, хочешь такие, хочешь просто USB-шка. Со всех сторон все рабочее, все классно, все удобно, все комфортно. Я еще дорогу бежала, сейчас только остановилась, что помедленнее. Snow Image, тоже, по-моему, не было его здесь. Не было, да, раньше. А вот мы и подошли к тому месту, с которого все начиналось. А вот автобус в действии. Знаете, народу воскресенье, выходные здесь просто яблоки. Ритуаль в этой части. Одно время было два ритуаля. Один около Ашана, один здесь. Но в итоге... Только эту часть оставили, тоже сейчас народу минимум. Финфер, тоже закусочный, кофейня. И отсюда мы с вами начинали. Да, Икея могут, конечно. Классно, сделали полную имитацию. И сделай фото и выкладывай в Инстаграм мечты о хорошем сне. Ну, можно сделать, кстати, и выложить. Так что вот такая вот у нас мега-мега город Екатеринбург. Находится на Металлургов 87.
включает в себя такие магазины, какие вы сейчас видели в этих двух частях. Это вторая часть. Не видели первую, проходите, смотрите. Если есть вопросы, задавайте. А мы пошли дальше. Желаю вам приятного просмотра и отличного шопинга. До новых встреч и пока-пока.